И всем привет, с вами Макс Миск, сегодня буду нового гайда в Edge Waves. Расскажу, как же прокачаться и получить 100 тысяч этих вот воинов. Ну конечно, мы должны так качнуть, но вы знаете, что у нас есть. Второй, третий, четвертый и пятый. Там чинно жесткий. Согласитесь, с этими такого я буду делать, а с этим будет еще лучше. Есть такая кнопочка перейти, она же подсказывает. Так, перейти в лабораторию и вот дисциплинация. Дисциплина. Так, дисциплинируем. Также нажимаем на помощь, чтобы ускорить момент. И куча у нас тут квестов. Так, иначе ролик подпишись на канал, поставь лайк, чтобы не пропускать новые гайды. Так, я уже прокачал первый левел, уже на второй, потом идет третий, давайте покажу вам. Смотрите, хопа, нам потом четвертый, потом пятый, наверное, самый мощный. И видно, что тут по часам 1 час, 6 минут, 2 часа, 33 минуты. Расход 35 тысяч, 350 воинов. Тут у нас 17.5. Всем понятно, что нужно качать их. И также у нас появилось кое-что новое. Космические строения. Новый, так скажем, бесконечный бой на космических странственной битвы. В общем, мы уже делали данный ролик по этой теме, только вот у нас был новое. Стоп, тут так мало вообще. Ладно, что ж поделать. Космические странствия. Значит, смотрим последним битвам. На сражении происходится зеленая банда, желтая банда, фиолетовая банда. Так, осталось 7 часов, на радики получить. Так, еще 6 пулей. Все выполнено. Ждем, что ли? 14 часов и все. Потом перекидываю на сюда. Открыть возможность создания превосходятства. Потом оно открывается после окончания в этом сезоне. Ракет запустится клан. И все, это сезон такой у нас. Ну, кстати, очень даже классно. Так вот, а ну-ка. Это новый гайд на персонажа и новый, так скажем, новый скрин, новый... Вот я не знаю, ну как космическая гонка. Раньше она была по-другому названа, наш канал не можно найти. Так, сейчас я сделаю скрин, почему бы нет, это очень тоже важно. И музыка где-то пропала, а я так не хочу. Так, что сыграю? Вы ответите, сыграю, что случилось? Вот все дело, я понял. Так, скрин. Ну давай вот так. Может быть на полную, а так хватит сойдет. Пока не так вот. Так, друзья. Может быть тут еще скрин сделать. Давай так же еще сделаем все. Вас скрина хватит. Потом буду монтажировать. Так, ну что скажу вам. Классно. Квестик выполняйте, заходите ежедневные. Я уже рассказывал. Это уже очень важно. Очень важно, значит, смотрите, лабораторию, как вы знаете, что у меня уже 100 тысяч воинов, а только что сколько у них было? 72, правильно, их очень много, поэтому быстро качаем, чтобы они тут не спали, также можно их прокачать, получить еще, а нам железа не хватает, блин, друзья, нам железа не хватает, реально не хватает, все, помощь, дружку, помогите нам, нам реально железа вообще не хватает, а ну-ка, бой, искать железо, как это найти? Это тоже очень важно, чтобы построить это все. Так, мы нашли железо. Собирайте нашу армаду. И бой. Всю армаду. Всю ё-моё. Давай. А, ладно. Хватит и так вот. Так, тоже надо железо. Так, ладно, владелец нет никого. О, новый скрин, смотрите. О, состояние за... Превосходительство. Подготовка топлива. Супердвижение, запуск ракеты, потолка, топ, полевом, подожди, сколько там времени? Вот так вот. Как только начнется, тихо-тихо, начнется состояние за превосходством, там сражение, уран, на станциях будет загружены в ракеты, и время от времени будет появляться ядерные спустынки с большинством количества урона. Улучшение караваны, чтобы они... собирали еще больше урона. Урана. В караване. Вроде бы это караван. Или это караван. Очень что не знаю, где караван.
Эта штука, что перевозить, да, вот все это дело. Мы с вами уже показывали. Кто знает, то знает. Кто не знает, то извинять. Добавьте 5 станций каждого рода, которые добавляются до 5. Эх, это ё-моё. Вы знаете то, что мы в банде уже, по-моему. Так вот. А, даже это альянс, а клан. Какой мы клан? По рейтингу. Блин, друзья, некоторые из вас вообще занимают тупое место. Как-то не можем никогда не занять это место. Так, вот. Значит, мы разведку сделали, если пойдем в атаку 5 минут, то никаких шансов. Как-то нам лучше не идти. Так, в общем, заходим сюда вот. Рассказал наука, новые там всякие интересные штучки. 10 уровень, давай 28. Есть, конечно, 29. Тоже очень прикольно. А что ж будет на новом? Кстати, еще есть космический там персонаж, малыш космос. Обезьяна такая беленькая, кто не знает. Так, вот, спасибо большое. Так, так, так. Вроде бы я помню, он здесь был, потом пропал. Из-за того, что я не успел. Ну что ж поделать. Также вы же должны ежедневно заходить в эту игрушку, чтобы получать тоже ежедневный бонус. Я вам покажу. Не находится прямо сейчас. А вы напишите в комментариях, что еще пропустил, что еще нужно добавить. Или что еще нужно сделать. Так, нажимаем сюда вот. Вот. Ежедневные награды. Каждым у нас будет, сыночек, 500 геймов. 500. Ух-ох, это очень классно. Также классно эти бляшанки, как они там говорятся. Очень спасибо за просмотр. С вами был Макс Риск. И пока.